И эти две группы, обратите внимание, верующих и неверующих, они живут между собой, они живут вместе, и поэтому Аллах их таким образом испытывает. Если вы представьте такую ситуацию, в одном месте живут все верующие, а в другом все неверующие. Как верующий проявит себя? Каким образом он проявит свой иман? Именно через такое общение, именно через такую связь показывается иман человека, показывается его вера. То есть через общение с неверующими. Поэтому, когда верующие и неверующие между собой живут, бывает такое, что верующий принимает какие-то качества от неверных. Допустим, он принимает их культуру, он принимает их одежду, он принимает их манеры, он принимает их видение о семье, как нужно строить семью, как нужно воспитывать детей, как нужно относиться к жене. Он видит это у неверующих, или он принимает это от них и то же самое в свою жизнь воплощает. Или нет, или он изучает хадисы, предания, высказывания наших непорочных, высказывания Аллаха в Коране и следует за своей цивилизацией, за путем посланника Аллаха, за путем верующих.